Всем здорово! Три дня и новый ролик. Неплохо, да? А все благодаря чему? Правильно, вашему активчику. 8к чизеров за 2 дня, это реально сильно. Поэтому держите еще один мощнейший соло-ролик. Я уверен, что он вам понравится. Обязательно прожимайте лайкосик и оставляйте комментик. Это помогает нам в продвижении. А еще я всех добавляю в ВК. Ну, намек вы поняли, да? Всем приятного просмотра. Я не понял прикола, а почему у меня нет спалки в доме? Прикольно, прикольно. Меня зарейдили вот отсюда. Окей. Окей. Кто меня зарейдил, для меня остается загадкой. И почему они решили выдолбить именно ту стенку? Но сдаваться и выходить с этого сервера я не собирался. Да уж. Походу крепость этих пацанчиков пала. Хотя я там что-то вижу. Я вижу то, что у них основной дом полностью пробахан. А вон тот домик не тронут. И типа это очень странно, хотя я вижу там лестницу. Что это у нас такое? Так дом тут не гниет вроде бы. Окей, надо запомнить, где этот домик находится. Вот здесь. А это что у нас за домик? О, два красавчика спят здесь. Костяные стрелы, топор. Я все отсюда забирать не буду. Тут классная территория, я не знаю, она сгнила, и там, по-моему, можно полазить, посмотреть, может там что-то есть. О, ткань. Сейчас мы тут спалочку оформим. Это красиво еще оформить. Правда, я туда вылезти уже не смогу. О, больно. Больно. Так. Хорошо. Берданка. Берданочка, это хорошо. Вот так вот, пацаны. Рейдили, рейдили. И дорейдились. По-моему, этот дом просто гниет. Его же даже не пробахали. Или нет? А, так их пробурили, походу. Так. У них здесь не бьет шкаф. А, и выпрыгнуть я отсюда смогу. Так это... Это изи турелька, изи берданка. И плюс я отсюда смогу выбраться спокойно. Здорово, турель. Сейчас мы тебя немножечко это самое. Ноль патронов. Странным образом, вот эта хата не гниет. То есть, ее не пробахали, верно? Если я бахну эту дверь, то куда я могу попасть? Вот сюда я могу попасть. Ну, у них по-любому что-то на вышке это и есть. МВК двери. На этой территории ничего ценного я не нашел, но там была берданочка, которая мне очень-очень нужна. Плюс берданка. А, теперь бы вспомнить, где я ящик поставил. Дома у меня по-прежнему не было, я бегал и искал место для постройки. Так, тут магазины какие-то есть, могу ли я где-то патроны накупить? ЛР-ка? 2500 серы? Нет, спасибо. Я могу сбегать на аутпост и купить металла, точняк. О-о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 ! What? What the f is going on, my friend? Что это такое? Я требую объяснений!
Ебой! Жизнь начинается. У меня тут еще две берданочки спрятаны, которые я не залутал. А я не помню, где они. Не, я, конечно, догадываюсь примерно, где они, но... придется поискать. Мы теперь можем пойти кого-то наказать. Мне кажется, я знаю, чья это хата. Это, походу, кибиточка была каких-то типов, которые рейдили этот дом. Мне так кажется. Потому что по-другому объяснить, сколько тут патронов, я не могу. Берданочку я слил, но у меня остался Томпсон, с которого я мог ой-ой-ой сколько навыбивать. А вот и этот красавчик побежал. О! Эти пацаны отстроились снова. О май гад! О май гад! Ребят, я чувствую, будет весело. Здорово. И тебе не хворать, братишка. Что-то подсказывает то, что на этом сервере играть, конечно, будет по хардкору. Ух ты. Внеплановая постанова. Блин, там реально домик поинтереснее, чем мой будет. И двойную металл-дверь сейчас сюда воткнуть, и вообще будет бомба. Сгнившие дома — это, конечно, хорошо, но у меня в планах было обустроить дом. Поэтому я бегал, искал типов, которые фармят. Угу. Блин, не знаю, есть ли смысл их ждать. Мне кажется, проще пойти поискать типчиков. Ну ладно, подождем их. Посмотрим, с чем они бегают. Чего? Ладно, пофиг на него. У него берданка, не буду его напрягать. Не трожь мои яйца. Как бы странно это ни звучало. Окей. И так как я построился неподалеку от того места, где меня зарейдили, файтов у меня было просто огромное количество. Что, это свой... братан, это твоя сирка?
Что, еще кто-то есть? Или уже нет? Совсем страх потеряли? Тут два трупа? Чего? Чизи! Сори, брат, ничего личного, просто бизнес. На карте появился карга, я приметил у них большой коптер, который стоял рядом с их катой. И решил туда вернуться. О, я с МПшкой туда полечу. Там пацаны в антираде бегают. Чего? Не, я просто не эксперт, как бы. Это что такое было? Мне две башки залетело за одну секунду. Отдыхай, мальчик. Hello, my friend. How are you? Я смотрю, вы нормально, пацаны. Мне нужно было срочно расширять свой дом, так как меня зарейдить было слишком изи, а лута было у меня уже немало. На этот раз домик будет со стрелочным. Идеально, пока что. Надо камни нафармить немного. Поставить дома третий верстак, забабахать быстренько разрывной изучить, и можно просто рейдить всех и вся на этом сервере. Но для начала мне нужно мой бункер отстроить. Может, реально лучше мой бункер отстроить? Тыгыдык. На. Ты кто? Я только топор, братишка. Я возьму лошадь. Да, забирай.
спасибо. Блин, не знаю, я бы сюда двойную дверь поставил лучше. А потом сюда гаражку воткнул со временем. У него калаш. Привет, пацаны, как дела? Неплохо, я смотрю, да? Разрывные? Эти же ребятки ко мне приходили снова и снова, и мне не оставалось ничего, кроме как их просто убивать. Кто это такие? Окей, пацаны. Пацаны, а вы куда? Привет, мальчики. Как хорошо, когда рядом несколько домов. Мне вообще так нравится это. Бежал! Это вы, это я, пацаны, это вы? Это вы? Здорово, здорово. Я попасть не могу в него. Я тебе сейчас башку вскрою. I'm coming for you, be there. 'Cause you know I'm honest and I'm coming for you, be there.
все клоуны. И как бы я не убивал этих ребят, их было очень много. Они прибегали к моему домику и сидели постоянно с пушками под моей дверью. Обустроить домик я не мог, потому что я не мог из него просто выйти. Да, у меня было три дома. Я выходил из того, там сидели двушечники, выходил из другого, там сидели двушечники. И, как я понял, они собирались меня рейдить. И я не ошибся. Интересно, а куда же он идет? Он идет ко мне под дверь. Я думаю, нам пора в другом месте строиться. Дурак, что ли? Что это, лошочек? О, они меня рейдят. А у меня потолок, интересно, закрыт? Ничего страшного. Они впятером сидят у меня под хатой. Впятером. Неприятно личику, да? А, так они сразу сюда пробахали, видали, да? Пацанчики шарят. Это вам не поможет. И это вам тоже не поможет, пацаны. Шарящие, которые сразу в лут бахают, пацаны. Окей.